Здравствуйте, мои родные, дорогие. Тяны мои. Салам алейкум, мэнім әзізлерім. Достларым. Демек, бұл постоянно долго одно и то же снимает. Долго пишет, görsədir. Чүнки дүнәнләри, ондан да қабақ дүн. Бай, дүнәнки де видео бақыт. Görürüz, на қада орда хайшылиблер, мен долго пишерім. Мои родные, дорогие, я долго готовила, я уже готовила, снимала, просто вчерашнее видео. И так меня попросили несколько человек свалить. Я сказала, смотрите профили, говорят, нет, Гюля ханум, все спешерюсь, вы приготовьте. Вот поэтому я готовлю по их просьбе. Ай ханум, ай гызлар, пахус. Her şey göze yarık. Katıktı. Katık ne suna elədim? Göze yarık. İndi bir göstereceğim. Bu nuhuddan гирдедюви. Это значит круглый рис и нут. Да, ну хоть пишмиште, а. Ну, нут сваренный уже. Рис в сыром виде, круглый рис. Bunu katıl. Un. Un da katıram. Ne kadar un? Şimdi bu kazana bu tak. Çok yok. Bir tane yumurta. Значит, надолго это летний азербайджанский суп. Я круглый рис положила, нут положила азербайджанский, одно яйцо муки. И вот этот развела водою. О, рафу бурда да. Чок са рафу. Ой, машалла, машалла. 18 дан гюль ахты. Чок са рафу. Салам алейким, рафу. 20 дана гюль гэлди. Чок са. Чаным, эллер сахлы. Бэли, долуга да, ун да атыр. Видео да, инди чекит. Ай, ханум. Мэни хайш иләмиштіз, ба. Я бузда калды. Катығы сунан иләдім. Ун каттым, төктім. Даха ун хэлэ калды. 2 dənə xörək qaşığı belə lap yox. Belə də orta. Çünki mən doğa çox pişirirəm. Salam, salam, Rafa. Yumru düvi. Nuhud pişmiş nuhud. Düvi çi. Yumru düvi, ha. Girdə deyirsiniz, yumru deyirsiniz. Rafa, sen prep edin. Rafa, salam əleyküm, canım. Canım mənim oğlum. Allah səni var eləsin. Allah səni canıma dəyməsin. Mən indidən atıram duz. Mən sonra atmıram. Mən indidən. Mən постоянно qarışdırmayacağım. Чтобы вы имели в виду, что я постоянно мешать не буду. Феликс, доброе утро. Чё с Арафо? Эллерин дарит көрмес. Аллах кюмэн олсун. Я Аллах. Саадет, всем сядин, доброе утро. Саадет, доброе утро, Феликс. Всем. Здравствуйте, мои родные, дорогие. Добрый. Меня попросили. Мои знакомые попросили. Подписчики ее попросили. Попросили, да. Она сказала, если это видео наберет побольше лайков, я сниму продолжение. Чика, доброе утро, Гюльназ ханым. Я сказала,
смотрите, профиль у меня есть. Они говорят, нет, Гюльханов, смотрите, покажите. Я сказала, ладно. Простите, наша. Так, Гюверты бурда, билисиз хансы Гювертиди? Гишниш, шит, это ты. Гуруна она олачас, вот. А, мен дах кишниши гатырам, дах кишниш йохуды. Но хэля шуму гатылар. Просто мен шумы düşmedi de aşağı gerek şunu da katasan dah kişnişi kişniş işüt igurun ana ben 5 tane no burada olacağız 3 tane gördü vidi ben gördüğünü bilsiz haçan atırım ucu pişirdim ha so kaynadı pişti söndürdüm onda toka gördüğünü atırım. Шуму по-русски что такое? Это шумы, значит, район адамнары дейлер спанах, а этот по-русскому шпинат. Значит, в долгу я зелень кладу только укроп, кинзу, мяту, сушеную мяту и этот дах кишниш, горная кинза. Она мелкая такая, цветочками бывает. Сейчас ее редко найти можно. Она обычно весной бывает. Я сказала, 5 этих. Спанах, это районские говорят, шпинат, кинзу, горную кинзу, укроп и сушеную мяту. Я всегда сушеную, он совсем хороший вкус бывает. Вот я сама сушу. Каждый раз, когда иду на базар, покупаю. Да маленькая милая женщина, видите, она покупает. Да, почему? Да. У нас уже пасмурно. Пасмурно, дождь идет. Скверно. Вы знаете, я вчера плов приготовила. Не хотела, ну что мне делать? Во-первых, сами мы любим этот плов, какой бы ни был. Во-вторых, просили, да вот просят, посмотрите, даже я еще не удалила этот комментарий в ютубе. Он говорит, ханум говорит, мэм пищеря бильмирэм, сис пищи, гёрсэдус. Мама яздам ки, бахтина, профиль, да вар мэм пищермищем. А то все равно дилер, вот постоянно одну и ту же готовишь. Во-первых, я для дома. Вот что готовлю, это снимаю. Но не каждый раз снимаю одну и ту же. Правда, иногда что просите подписчики. Я маме говорю, скажи, пусть мне будет мотивация. Видео больше лайков будет, больше просмотров, комментов, сохранять, делить видео тогда. Потому что у меня спонсоров нет, и я сама вкладываю. Она смущается. Только так не говори, нехорошо. И поэтому она... Уряющих везде инсаны, да? Саадет ханом, не знаю, что мама будет готовить на Новый год. Доброе утро. Все вкусное инсан... буду готовить. Да. Иншаллах, надеюсь, я видео сниму. Вот это другой маленький отключи, оставь прямой эфир. Да ты что? Да. Это сколько тебе будет длиться, мама? Не знаю, как сварится. Садись сейчас я. Ты пока садись, я здесь приберусь.